грубо говоря. Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Итак, дорогие друзья, продолжается у нас квалификация и Orange против Arrow Gaming. Сейчас мы посмотрим на сеточку. Сейчас я ее обновлю. Так, так, так. Постим такую штуку. Ну и как мы видим, вверху сетки находятся Arrow, у которых 12 поинтов. Orange имеют 9 поинтов. Статистика 3-1. Arrow 4-0. То есть, по сути, это два потенциальных претендента на прохождение первого этапа квалификации, так как дальше будет уже сеточка Double Elimination, да, ну, я думаю, все в курсе, кто смотрел американскую квалу. Но кто не смотрел, быстренько объясню. Топ-4 команд проходят квалификацию, остальные команды вылетают. Далее делятся первые две команды, проходят в верхнюю сетку, третья и четвертая команда проходят в нижнюю сетку и играют там матчи Bo3. Ну и, соответственно, играют финал Bo5. Первые матчи плей-оффа Bo3. Вот, как-то так проходит квалификация. И это сейчас, наверное, один из самых важнейших и интереснейших матчей. Orange против Arrow Gaming. Думбрингер, Мирана и Висп в пике у Arrow Gaming. Orange забирают Сент-Кинга и Инвокера. В бане Ликан, Operation, Shadow Demon и... О, боже мой, Вайпер. Ну а тут Бэтрайдера, Кентавра. И Тайдхантера вместе с Shadow Шаманом забанили. Тимберсоу заезжает в пик Оранжей. Но пока смотрится у Оранж очень агрессивно пик. Arrow Gaming, раз уж они взяли Виспа, значит, тоже собираются проявлять какую-то агрессию. Вряд ли это будет что-то терпильное. Но и под Виспа пока ни одного героя не вижу. Что же это будет? Они могут сейчас этого героя не брать, но если это не Тини, то, скорее всего... Ну, и то есть они сейчас не возьмут никого под Виспа, то, скорее всего, Тини будет в бане. Может быть, я ошибаюсь. Черт его знает. О, меня теперь Данил Ишутин добавляет. Ну, ребят, это уже как-то... Это уже не смешно. У меня уже есть в друзьях Александр Дашкевич. Два таких. Так что нормально, мне хватит. Сейчас будет фейк-фестиваль. Так, ну что, долго очень думают. И Arrow Gaming забирают Тускара? What? Серьезно, Тускар? Ого. Вот это реально неожиданный поворот. Тускар. Я ни разу не видел Тускара. Во всяком случае, в этой квалификации. В американской квалификации там пикался Тускар, я точно знаю. Но я не комментировал матчи с Тусиком. К сожалению. А вообще, конечно, Тусик, он в Европе заезжает довольно... Ну, время от времени, ладно, довольно часто. Точно, он часто не залетает. Время от времени залетает. Одно время как-то его брали по КД в связочку с Вивером и Оперейшеном. Потом перестали. Тимбер, Лич, Сент Кинг, Инвокер. Пошла последняя стадия банов.
Arrow Gaming и Orange Esports. 10 seconds to go. Они могут определиться с баном. 5 seconds. Есть два суппорта, нужен керри какой-то оранжем. Какой самый страшный керри? Самый страшный керри — это Спектра. И его банят. Radiant's ban. Вот видите, я шарю в доте. Банят Спектру прям слово в слово. Ну реально, вот смотришь на этот пик, и вот Спектра в голове всплывает. Почему? Черт знает, но именно этот герой. Оранжи. Чем ответят? Тут вообще непонятно, кого банить. Тусик вроде как суппортом, скорее всего, будет. Или нет. Или да. Или нет. По бану оранжей будет понятно, что они думают. Какого персонажа не хватает. Arrow Gaming. Банят Тинкера. Это как-то слишком жестко. Интересно, Arrow Gaming взяли бы Тинкера, если была бы такая возможность. Потому что, как по мне, Тинкер в этом пике не ок. Какой-то получился бы недопик. Ten seconds to go. Reserve time. Потекло резервное время. Так, ну-ка давайте еще раз сеточку глянем, пока у нас думают команды. Что есть? Есть. 12, 9, 6. Это получается 3-1-3-1. 2-2-2-2. Ну пока команды-то ровно идут. Вот три команды имеют статистику 2-2. Две команды имеют 3-1, и одна команда 4-0. Если сейчас, например, оранжи выиграют, то будет две команды со статистикой 4-1. И по факту завтра очень многое будет решаться. Ну, еще сегодня, конечно, игры есть. Вот последняя... Ну-ка, оранжи... А, да, последняя FD против Mistrust я буду комментировать. А... Завтра что там? Минески Mistrust, Orange Skies, FD Phoenix и GPU против Execration. Раз, два, три, четыре карты. Ну завтра вообще халява, всего четыре карты. Сегодня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сегодня семь, завтра четыре. Но завтра четыре, не учитывая тайбрейкеры. То есть еще как бы... Никто не забывает про тайбрейкеры, которые с вероятностью в 90% будут как минимум между несколькими командами, хотя как минимум между двумя командами. Я думаю, скорее всего, даже больше. Тут уж как попрет. Итак, добрали Дарксира, добрали Виверочка. Ну и... Оп. Ждем, пока ребята разберут героев. Вот. Так вот, сделаем. Ну, пик у оранжей очень хороший в плане сбалансированности. У них есть два таких довольно сильных суппорта. Один имеет хороший АОЕ прокаст, другой, в принципе, тоже имеет хороший АОЕ прокаст. Есть хардлайнер, достаточно жесткий в лейте и в начале игры. Есть также мидер, но в затяжной игре инвокер не супер силен, смотря какие айтемы себе купит. Но в целом этот персонаж... Так, директ камера... В целом этот персонаж довольно-таки опасный. Arrow, у Arrow Gaming
можно отметить не самый стандартный пик, в котором вот этот Висп и Думбрингер как-то не очень взаимодействуют, как по мне. Плюс какой-то непонятный Туск, но это все будет напрягать Оранжей. Не думаю, что Оранжи привыкли играть против подобных пиков. Посмотрим. DDZ у нас играет на Тускаре. Мирана от Мозуна. Дарксир Ксянгзай. Боже ж ты мой. Ланс Думбрингер и Джонни Висп. Винтер Тимберсол. Инсидиус. Инсидиус Си. Лич на вивере С. Ксов. Короче, какой-то сильный дотскер играет на этом вивере. Ясиера. Инвокер. Шарки. Сент Кинг. Нормальный у человека никнейм. И все у него, наверное, в жизни хорошо. А у этого и вот у вот этого в жизни, судя по всему, все не очень хорошо. И он решил создать именно вот такой неадекватный никнейм, который прочесть невозможно. Что такое вообще? Как такое в голову приходит? Тусик мид, господа. Судя по всему, в чате уже есть ребята, которые видели этого тусика в миде. Ух, тусик в миде. Я помню, рандомным тусиком в миде по кулдауну нагибал. Даже говорю, вот. Ну, если играешь, идешь играть против какого-нибудь пуджа, это фривин. Ты этого пуджа раз 5 убиваешь в миде, а потом ходишь всю карту убиваешь рейд-кликом. Но вообще тусик в миде это довольно сомнительная штука. Поэтому, да и тут как бы далеко не паб, а ролл чисто рандомный. Вот опять же, да, какой смысл брать Мирану? Она же этими стрелами вообще не попадет. Как этой стрелой можно попасть тупо рандомно Дарксира? Ну, так, подамажить пару страйк. Ну, сейчас еще, кстати, сам продамажится очень неплохо. Cold Snap, Сент Кинг испугался, не стал бить. Ну да, там Iron Shell бы ему нормально надамажил, но, как по мне, он все же мог подраться. Почему? Потому что, во-первых, у Сент Кинга тапа, в любой момент он мог бы от него убежать. У Дарксира-то суржей нет. И Iron Shell жжет 30 дэмэджа в секунду, плюс это магический урон, а у него полтинник с руки. И как бы, в любом случае, он бы контролировал ситуацию. Сент Кинг слишком рано убежал. И опять же, под колдснэпами Дарксир с руки бить не может. То есть Сент Кингу был бы дэмэдж только от Iron Shell'а. Так немножко переборщил с сейвом. Так. Опять заходят сзади. Но в этот раз есть суржи. Будет ждать, пока он их проюзает. Проюзал и побежал в другую сторону. Здесь есть торнадо. Так что без шансов. Оставляет фраг инвокеру. Нет, он забирает его. Бороустрайк пожалел. Сейчас еще отъедет это Айншелло. Инвокер тоже очень побитый. Слушайте, ну вот они вдвоем убивали Дарксира и оба чуть не погибли. Казалось бы, у одного там левел уже третий, у второго дабл дэмэдж. И с горем пополам убили ДС. Какой же он все-таки жесткий, этот Дарксир. Как герой. Виверочек четвертого. 14 скрипов, тут 11. На топе. На топе вряд ли смогут убить вот эти ребята. Мирана плюс Дум, это вообще забей. А вот Лич... Во, братюня, а ты что? А ты что такой наглый? Давай за ним. Ну... Цепляет же, давай, ну, жми же. Ару поймал. И теперь не попадет. Провал, конечно, полный. Ему бы там пол хп снесло. Сейчас он сакрифейсы. Оп. Ну, сакрифейсы неграмотно юзает этот лич. Он юзает их перед противником. Соответственно, он все видит и тоже получает экспу. Это не круто. Ну, неважно, тут в основном еще для того, чтобы ману заполнить. Вот все, вот он, отлично. Просто спилил его под корень. Виспарь зацепился, отхилить не успевает. Виспа в ботл.
Висп непонятно зачем в этой игре пикнет, но мы еще увидим точно. Но пока мы видим только, как Тимберсол спиливает одного за другим и уже имеет два фрага. Винтер в шоколаде берет себе арканбуцы. Лич уличает так мана практически бесконечно из этих сакрифайсов, а тут еще арканбуцы. Теперь я Думбрингеру не завидую вдвойне. За 80 маны ему там пол хп сносит. И плюс еще бесконечная мана у Лича. Однако, здравствуйте. Вивер. Подстрял, юзает ботл. Не докатился. Немножко. А слушай, если даже докатился, что бы он ему сделал? Он бы под тауром тупо сдох. У него же не хватало маны на... Айс Шард. Шардс. Сноубол. Айс Шардс. Названия такие. Побежали. Ну, тут желательно шестой поднять Тимберу, как минимум. Лечу, это не супер важно. Всего пятая минута, то есть, если он шестой подымет там минутик седьмой-восьмой, это будет супер круто. Но он, я так думаю, гораздо раньше подымет. Подпушивается линия. Так, Тарксирушка. Тяжела у него жизнь, тяжела, старичок. Крепись. Можно пойти там, не знаю, в лес пофармить. Если уж на лайне совсем житья не дают эти демоны. Вивер. 30 крипов, тут 22. Ну, Тусик не особо отстает. И Вивер, опять же, герой, который будет фармить в основном. Конечно, он будет помогать, у него Аквила там с шукучами. Вообще такой керри, который может, в принципе, проявлять агрессию. Но тогда ему надо в любом случае как-то совмещать. Если он не сможет нафармить все какие-то шмотки полезные до 20 минуты, то его там шукучи и все остальное — это ерунда. Это не дэмэдж. Пошел, пошел. Тут нет, даже тапка нет, но есть тизер, который его спасает. И вот они вдвоем убегают от одного вивера, который вместо того, чтобы фармить, бегает не пойми где. А Тускар времени даром не теряет. Сейчас какие-то, наверное, фазы себе купит. Инвокер 27-16. Ласт хитит, динает. Старается по максимуму. Игра у нас немного успокоилась. Вот два раза Думбрингера на топе бахнули, и все. Чтобы нам говорите. Честно, вам слышно это? Вот оно, нападение. И апперкот. На, сюда иди. Да, только что этот таймлапс он успел нажать, и в итоге все провалилось. Весь план коту под хвост. Отъезжает Тускар. Джонни. Джонни, живи. Джонни. Не надо, Джонни. Минус Джонни. Джонни не простили. Ну, у Джонни армора 0, а под свормами, наверное, было там минус 5. И тычка залетела, как нож в масло. Вот она, Мирана, у которой даже тапка нет. Я говорю, Arrow Gaming, по-моему, только что такого говнеца напикали редкостного. Я сижу и не понимаю, что они этим говнецом вообще хотят сделать. Как можно, в принципе, таким пиком выиграть? Взять виспа под ничего. Так, вот он пришел. Тускар на разборке. Чайник, да как шикарно-то летает. Боже ж ты мой, ну лечу, походу, здесь ничего не светит. Сейчас сакрифайсы на развороте. Так, отвешивает Блаз, заперли. Ты ж посмотри, два толстяка вытанковали. Пришел сюда Вивер, пытается сделать килл, пытается на другого переключиться. Ничего не выходит, все побитые, но жить будут. Вивер понимает, что здесь его тупо разведут и убьют, он решил отступить. Фейзы появились у Думбрингера. Как же хорошо летал чайник, но какие же они толстые, а? Все впитали. Так, ну инвокер уже восьмой левел. Пора бы что-то ему тоже сделать в этой игре. Или он решил фармить до конца. Я не инвокер, я спектра. Я не хочу гангать, я хочу радианс. Ставили Вардецкий, Сентрецкий. И не видит ничего. Довольны. Значит, вижена у противника нет. Но на самом деле он есть, просто в другом месте немного. Думрингер. Пока что с фейзами, брасером, и это мало. Посмотрим на нетворсы. Опа, пахнули где-то кого-то. Это Дарксир, и это снизу. Ну, я не удивлен. Потому что вниз вообще приходить Дарксиру нет смысла.
он врубает с ружи. Там есть, во-первых, торнадо, которое может сбить эти с ружи. А во-вторых, есть Сент-Кинг, который может подкопать. И пока эти, пока ты под башем, твои с ружи уже заканчиваются. Поймали Мирану. И тоже ее быстренько разрезали напополам. И Шарика. Шарик, беги, Джонни. Джонни, только не ты. Но Джонни тоже умрет. К сожалению, Дота не щадит. Не щадит даже Джонни. Такая вот жестокая игра. 3000 золота, 3000 с лихом XP и... Хорош. Хорош. Тусик свое дело знает. Вот он по кулдауну приходит, гангает, и пока что, я могу сказать, Тускар себя окупает. Но пока. Его прокаст, он не будет всегда таким сильным. Вот эти вот 280 дэмэджа, там какая-то... какие-то сколько... Базовый дэмэдж 200. Бонус дэмэдж пер аль... Что? А он типа урона больше наносит? А, ну да, его же Тускара меняли немного. Лалка. Да, его же меняли. Я же рили забыл. Ну, в общем, неважно. В любом случае, вот эта штука, она тоже не очень много бьет. И поэтому в перспективе этот герой не самый сильный в плане своего прокаста. На топе начинается у нас драка. Думбрингер повесил ульту и забирает спокойно Тимбера. Прям под тауэром. И его даже за это не наказывают. Вот так вот и живем. Инвокер по-прежнему стоит на линии. Ему время от времени приходит фидит Дарксир. А так он бы стоял и... Так, ульта прокастована. Сейчас, если поймает... Сейчас, если поймает, покатился, забашила там виверочка, но он его не ударил. Если бы он его смог ударить, это был бы килл. Что это за курьер? Это белка, что ли? Не знаю, короче, какое-то чудо-юдо. Торнадо в никуда. Тимбер Соул. Пока кроме Аркан Бутс толком ничего нет, но все. Воу. Что? Он задоджил вот этой штукой? Прикольно. Очень прикольно. Винтер приплыл. Приходит сюда еще Тумбрингер. Слушайте, а это крутая тема, то, что он вот так вот доджит. Персика, Крила, Ботль. Котль, give me Ботль. Пока Думбрингер решил немного пофармить. Вроде ульта в кул... откатила, но все же он... А, он даже на крипов забил. Там кентавр здоровый. Пришел одного крипа, заласхитил, пошел сюда. Это, конечно, интересно он придумал. Пошел, скушал, возвращается обратно и фармит. Ну, кентавра он скушал, чтобы у него появились наконец-то какие-то нормальные скиллы, с которыми можно драться. Опять же, доджит, покатился и тычку. Хорош, перед смертью сделал килл. И он тут в любом случае умирал, Мирана тоже отваливается. Вивер прилетел, закидывает свормы, но убить... Дарксира. Он на три раза суржи взял. Какой-то слишком злостный Дарксир. Суржи на три раза. А как же вакуум? Вакуум пока на единицу. Форс у инвокера. Даггер взял Сент-Кинг. Или он уже давно у него? Вроде недавно взял. Ну, в принципе, 13-я минута, он не мог его совсем давно взять. Тут у нас что? Тут у нас 1.5 у Тимбера. Знаете, всего 13-я минута, а такое ощущение, что уже минут 20 прошло. Потому что реально по кулдауну где-то кто-то кого-то убивает. Экшена, ого-го, сколько. И обычно на такой минуте столько много экшена не бывает. Так, куда же Тускар покатится? Хорошо, никуда не покатился, его в любом случае ловят. Эпицентр, ничего не жалеет. Раздавили, размозжили, расщепили. Расщепили. Надо это рот разомнуть.
В смысле, скороговорочку какую-нибудь. Я уже, ну, на самом деле это не из-за этого так вот заговариваешься, а из-за того, что режим опять меняется. Если мы до этого там до утра стримили, потом спать шли, то сейчас под утро просыпаешься, чтобы стримить. Ну, то есть, короче, режим с ног на голову. И у тебя башка соображает туго. Прам-пам-пам. Trouble brewing at Radiant's bottom tower. Ну и Тускар пошел искать себе жертву. Тимбер что-то понял. Сидит, не высовывается. Сигл летает. Почти как Стивен, только Фрозен. Сигиль. Тоже очень приятная обилка, которая замедляет атак спид очень серьезно. Да и мув спид замедляет очень серьезно. Вообще серьезная обилка. Сент Кинг в засаде. Думают, что Arrow Gaming пойдут пушить, а Arrow Gaming пушить не хотят. Они их обманули. Сент Кинг зря там стоит. Лич пытается сделать меку. Инвокер пока не особо много айтемов. Не знаю, что он там будет брать, но 5900. Нетворс у него хороший, но по факту айтемы там форсы больше ничего. Виверочек тоже такое. 5000, а шмоток 0. Еще и S-Armor. На два раза уже изучен. Еще и на ТВРа вешать его можно. Суровая штука. Так, вот оно нападение. И, ну, моментально разрывает Дарксира. Ему здесь, по-моему, тупо ни единого шанса ни разу не оставляет. Если на него нападает, то он 100% труп. Если это инвокер, то там всякие торнады, колдснепы. Если это Сент Кинг, подкоп эпицентр. Ну и тот же Тимберсоул дает такой прокаст больничий, что ого-го. На топе принимаются за пуштаура. Так, таверочек на топе снесли. Снизу тавер не упал, но идет погоня. Пытается. Ну-ка, давай рандомно закинешь. Нет, не стал. Мог бы попытаться рандомно закинуть, запереть. Кто знает, вдруг повезло бы. Так, полетели. Прыгает Думбринер, станет, кстати, очень круто, по двоим. Но не очень понятно зачем, если зацепит, то да, слушай, зацепит, отлично. Получается сделать килл. Такой реально нелепый ганг, тупо с километра что-то прыгнули, что-то сделали. И получилось еще и убить. Причем убить Вивера. Очень важного юнита. У Вивера еще пока только-только зачатки Линкина. Это не есть хорошо. Медленно слишком фармит Мирана. Мирана уходит. У Мираны штука 200. Ей даже Мидас было бы не стрёмно сейчас купить. Потому что она в перспективе останется вот такой голой. Просто я в доту, ребят, после патча не играл вообще ни разу. Тот патч, который ввели... В этот же день у меня... Мне надо было улетать обратно, нужно было возвращаться, потом опять летать, и у меня потом компа нет. Ну и, в общем говоря, я тусиком не играл вообще. Я чат этот, чинжлок-то читал, но играть не играл им. Так-то у меня игр очень много. Если посмотреть, у меня 3600 игр в общей сложности. Я там... Как бы механика дота и все остальное, у меня с этим никогда проблем не было. Я все там чуть ли не наизусть знаю. Но был патч, который совсем недавно, грубо говоря, появился.
Я не успел зацепить эти игры. Да, Networth Mirana 2000. Только что сижу, читаю в чате. Это Networth Mirana. Вивер тут ползает под шикучами. Мирана роумер. Мирана не роумер. Мирана бесполезнер. Бесполезнер. Ну, в целом, может быть, как бы задумка такая и есть. Чтобы Мирана бегала, ставила опсы с энтри. Она же, видите, покупает на все деньги опсы с энтри и так далее. То есть, по факту, она не имеет чисто физические возможности. И фармить как бы ей особо не дают. И как ни крути, деньги... Неважно, Мирана или это кто-то другой, ты не нафармишь, вот он сейчас даже не стал кентавра воровать, то есть как бы оставляет полностью фарм своим тиммейтам. Дарксира опять убили, я не удивлен. Вот в каждой игре есть какой-то игрок, который фидит так, что просто забей. И в этот раз Дарксира отрывается на нем. Ого! Сент Кинг кастовал эпицентр, и его так вовремя поймали. Ароу. Хедшот. Мирана выписывает хедшот. Вивер под думом должен умирать. Ну, пытался задинать, ничего не вышло. Уличая из чайник. Ну, тусика забрали. Два в один размен. Очень неплохой. Тускард делает много грязи. Он со своим даггером мозги выносит ого-го. Так, Виспар что вернется? Возвращается Виспар, но моментально тизер и уходит. Тимбера уже есть деньги на Бладстоун. Мирана покупает все-таки Мидас. И это правильное решение. Это очень правильное решение. Потому что этот герой, он, в принципе, если игра затянется еще минут на 40, а она может еще минут на 40 затянуться, я так чувствую, Мирана окупит этот Мидас 10 раз, и при этом еще он, по сути, дает так спид какой-никакой. Что-то-то, в общем, есть с этого Мидаса, помимо того, что ты постоянно поднимаешь золото экспо. Мимо. ...4-1-5 у инвокера. Не самый, так скажем, стандартный тамбилд. Форс, ПКБ, то есть нет никаких выходов в Хекс, нет никаких выходов в Некра, в тот же Даггер, Рефрешер и так далее. Тут какие-то супер нестандартные закупы. Орчи до того же нет. То есть все айтемы, которые обычно мы привыкли видеть на инвокере, отсутствуют. Зато есть БКБ. Но это такой вариантец. Против кого БКБ? Против чего? Против Туссика ульты? По-моему, не очень работает. Вообще, конечно, БКБ это хороший айтем, но точно не первым. Очень сейвово играет. Прям очень сейвово. Мало того, что у него квасовексы. Это уже такой крысиный инвокер, которого хрен поймаешь. И он еще играет через БКБ. Ну, просто забей. Зажались Arrow Gaming у себя. Фармит лес. Тускар решил, что надо покупать уже БКБ. Пора. Миране надо что-то замедасить. Ну-ка. О. На топе линии. Мы собрались вместе. Будут что-то делать. Или не будут. Опять фармят. Что-то мне подсказывает, эта игра реально будет минут 60 длиться. Учитывая то, как неохотно они
встречаются друг с другом раз в тысячу лет, там какой-то файт проводят, то это реально надолго. Смолки. Опа, подкоп. Ну, Мирана успевает уйти, даже саппорта убить не удалось. А Роуз залетает, очень хороший, пошел. Чайник тоже, кстати, прокатывается. Он тут по ним больно БКБ подрубил. Думбрингер на полкарты бегает, такая верзила. Но толком он не надамажил, принимается за инвокера. Инвокер виксовый, очень быстро от него уходит. 3 в 0, просто в салатину выигрывает файт Arrow Gaming своим самым неадекватным пиком, который я видел за всю историю Доты. Но вот зато выигрывают, то есть нет никаких претензий к ребятам. Вивер выживает за счет своего Линкина, стоит отметить. Так, ну, Bloodstone-то будет у тебя или нет сегодня? Он ультимейтор взял. Походу решил, что Bloodstone это слишком глупый айтем. Лучше купить себе просто персик и взять ультимейтор. Ему до Bloodstone осталось буквально вот купить Vitality Booster и все. А он обиделся. Взял себе ультимейтор. Окей, окей. Лучше бы тогда он персик не добирал, сделал бы себе Soul Booster. А дальше уже покупай, что хочешь. Опять у нас пошла терпа Дота. И игра начала выравниваться по золоту, по экспе. То есть лидерские позиции никто не занимает. Обе команды на одном уровне. Все решать будет грамотно проведенный файт. Ну и если они будут терпеть, то лейт, понятное дело. Аганим делает дум. Вот это вот айтем довольно опасный, если еще купить рефрешер. Пока так себе он смотрится не очень, потому что Doom, ну он в любом случае, на кого ты вешаешь Doom, он от тебя убегает. И практически всегда он от тебя уйдет, потому что тебя там кто-то будет станить, дизейблить и прочее. Прыжок, вешает Doom. Doom не заканчивается, вот сейчас начинает заканчиваться. Но он же сам скорее закончится, чем Doom. Смотрите, как он транквил или генит, ты ж посмотри. Но все равно он умирает, пытался подойти к тиммейту, чтобы кто-то его задинаил. Один в один размен, там не до лича было, чтобы его динаить. Кому он сдался нафиг? Вивер пошел под копчик, виверок грызет не так жестко. И ты посмотри, инвокер ловит Ару. Думбрингер пытается его забрать. Очень вовремя подошел сюда Тимбер, спасает своего инвокера, получает 969 голды. Что-то за Дума слишком много дали. Что там за стрик такой? 969. У него какой-то реально лютовый стрик был. Походу, 7-1 у него была стата. Один раз же он умер еще в начале игры. То есть, получается, у него винстрик был 7 киллов. Да, неплохо. Урона... Транквил бутсы. Опа. Что-то нехорошее произошло.
Так, нифига себе, какой рефери жесткий. Линкин Вивер, Линкин Тимбер. Просто толпа героев с Линкинами, потому что Думбрингер будет напрягать. Но в любом случае этот Линкин как-то надо сбивать, а уж потом вешать Дум. И пока он вешает тупо на Лича, у которого нет Линкина, чтобы не напрягаться, знаете. Сбивать эти Линкины нафиг надо. Я повешу он на Лича, ему норм. У него там чайники всякие, меки. А так он ничего не закинет. Еще и умрет. Причем реально. Там Дум, если вешать на него, он стопудово умирает. Там 70 урона в секунду. 1000 с чем-то дамага. То есть буквально ты прыгаешь на этого Лича, даешь ему Дум, делаешь ему там тычку или даешь левел дес, он 100% труп. Вопрос в том, задинает ли его, но это уже не сильно страшно. Потому что Лич вообще в замесе ничего не сделает. И при этом он умрет. Виверок. В дезолятор потихоньку выходит. Ну вот в прошлой игре Вивер имел ПТ, Линкин и дезолятор на 25-й. Сейчас уже 30-е, но тут даже дезолятора до сих пор нет. Вот раздражают такие игры, где команды дерутся, но при этом фармить как бы вообще не успевают. И в итоге получается, что на 30-й минуте у них там нетворсы такие, как будто прошло минут 10. Ну, понятное дело, не 10, но они отстают как минимум по фарму минут так на 5, а то и больше. Верочек уж точно отстает минут на 5. У него должно быть на 26-й, на 25-й вот это все. На 19-й, на 18-й появляется Линкин с ПТ. Дезолятор на 25-й максимум. Так, вот и рефрешер пошел, тот самый. Ну, в общем, это не надо быть вангой после аганима. Ну, делать аганим на Думе, не имея желания в перспективе сделать рефрешер, это тупо. Поэтому вот с аганимом, конечно, рефрешер это лютовая штука. Там плюсы этого перечислять реально задолбаешься. Два ультимейта, которые убивают гарантированно двух героев. Ничего так. Нравятся мне такие игры. Бьем крипов гейминг. Делаем айтемы гейминг. И не деремся ни хрена гейминг. С дабл дэмэджем Вивер. Дезолятор уже себе тащит. Ну, даже он не на 5, а на 7 минут отстает. Ну, ладно, там, ну, на 5, окей. 5 минут это тоже. Такое ощущение, что 5 минут он АФК стоял. Ну, дизолька. Считай, готово. Теперь он ДПСит достаточно больно. Ну, больше всех нафармил, конечно же, Дум. Потому что это Дум. Что тут добавить. Спокойствие. Просто спокойствие. На карте тишина. Ну вот, наконец-таки засмокировались. Теперь уже можно пойти и кого-то цапнуть. Инвокеру бы, правда, хекс не помешал бы.
Ну, видите, он БКБ себе сделал с его выстрелочком инвокер. Боится, что его как-нибудь поймают и убьют. Арроу в Рошана. Оп. Ага. Пошел прокас под БКБ. Тускар получает там по голове достаточно больно. И вот он, Дум повесили на инвокера. Он подрубает БКБ. Сильно это не помогает против Дума. Кастрюлю пытаются разломать. И вроде по идее должно получиться. Друмдрингер сейчас даст левел дес, и это минус. 4 в 0. В салатину просто выигрывают оранжи. Выигрывают Arrow Fight. Оранжи не понимают, что происходит. Оранжи сами напали и наполучили столько, что им хватило. И опять же, каким образом это все произошло? Вот я, честно, не очень понимаю. Тусика все-таки недооценивают. Как мы видим, Arrow Gaming этого Тускара использует на все 100. Ну реально, ну он прям совсем лютый какой-то. Думбрингер повесил ульту на инвокера, это было 50% победы в файте. Инвокер ничего вообще не сделал. Дал сам страйк, толку 0. Сэндкинг себе там тоже фармит. Рефрешер. Ого. Так, 1000 маны. Считай, 500 это. 800 это. Даже 500. 900 получается даже. В общей сложности. И все. То есть получается, он даст левел DS и 2 дума. И на этом маны у него кончится. Вот это, конечно, минус. Небольшой минус. С той же Шивой хватило бы побольше закинуть. Вивер уходит. Виверочек. Не думаю, что он будет тоже что-то дамажить, потому что один Дум явно будет для него предназначен. Ну, с другой стороны, тут можно Дум вешать на Тимбера и на Инвокера. Тимбер, Инвокер и Вивер — это вот три персонажа, на которых стоит вешать Дум. Так, еще одна пауза. Интересно, админ напомнит о том, что у вас осталось очень мало пауз. Интересно, мне вот такие паузы всегда нравились. Мирана-то вы посмотрите уже, что нафармила. Была, имела нетворс 2000, меньше всех. А теперь уже 7700. Вот что делает Мидас. Миранка уже потихонечку вырывается в топы по нетворсу. 40 косарей смотрит ТТВ. Потихоньку Arrow Gaming уже и по киллам сравнялись. Они же отставали жестко достаточно. Начало было такое печальное для них. И они взяли, перевернули. Вроде как в лейте в оранже посильнее смотрится. У них же Вивер все-таки. Но там Дум. Если он сможет повесить свою ульт на Вивера, то тот как бы становится бесполезен. Тут, конечно, есть Линкин. Но Линкин всегда можно сбить. А тут даггеры, два дума.
Это что? Это будет Хекс. Тимбером она вообще бесконечная. Он может своими скиллами просто обмазываться. Маной обмазываться, скиллы по кулдауну поставать. Сэдкинг до сих пор сидит в засаде. Сейчас сколько он тут еще будет стоять? Интересно то, что у него нет вижена, он не знает, где тут и кто тут ходит. Как он собирается ловить? Arrow Gaming решили сами уже соинициировать что-то. Думбрингер борзеет. Байт на Думбрингера. Но пока нет никого, кто бы повелся на это. Arrow. Оп, мимо. Думбрингер. Давай. Сейчас посмотрим. Даст ли он свой, ну, два дума, или все-таки один в Линкен уйдет. А то и два в Линкен. Он пока вот что-то он просил очень жестко. Опять же, Аегис есть. Аегис. Арол. Никуда. Прыгает дум. Один потратил. Ну и... Инвокер вынужден бежать на базу. Ни хрена его там... Как больно, а? Реально, как больно. Снизу сломали тауэр. Добрались до Т3 тауэра. Вивер 5000. Оранжи не хотят проигрывать. О, Сэндкинг ворвался с эпицентра на Мирану. Санстрайк, но Санстрайк уже не нужен. Левел Дэс. Это минус. Ну, Сэндкинг, конечно, совсем опупевший тип. Если бы он сейчас не убил эту Мирану, был бы полный провал. Пойти к противнику по Т3 Tower, отдаться там. Ну, благо убил. Не просто так отдался. Point booster. Ну, аганимчик на личе, штука такая, знаете, для меня еще не совсем изведанная, потому что я не видел ни разу этот аганим в профессиональной игре на личе. Будет ли он реально много летать, или все же там рассредоточится, и он пропадет, этот ульт. Можно, знаете, что с этим ультом делать? Его же можно на эншентов закидывать, и он прыгает по эншентам. И типа, если противник подойдет сюда, он не сможет их зафармить, потому что от эншентов будет, вот, допустим, подбежал сюда какой-то герой, этот чайник будет прыгать так. По эншентам ничего не дамажит, а по вот герою бьет больно, его убивает, если тот вовремя не убежит. Такой вот коварный план. Можно настакать себе нейтралов кучу и чайник туда бросить. И этот чайник не позволит противнику зафармить. Дум выходит в кирасу, я так понимаю. Хватит уже брать всякие айтемы противные. Пора брать шмотки, с которыми можно и кабину ломать. И вот даже так, без таких шмоток, по сути, что у него есть? У него есть БКБ, аганимчик, это не самые сильные айтемы в плане дэмэджа. Зато урона у него 150 плюс 88, что очень даже неплохо. Если он еще какого-нибудь волка скушает, будет просто шикарно. Инвокер тоже с Линкеном. Боже мой, господи, что ж вы делаете? Что теперь, в суппортов, что ли, юзать свою ульту? И знаете, вот шутки шутками, а в суппортов тоже нормально. Если Дум повесить на Лича и Сэндкинга, и они ничего не сделают за Месси, то это будет очень даже круто. Давай, 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 дорогой. Иди убивать уже, ну. Хватит. Блин, слушайте, мне так нравится вот этот топорище или что это. Огромный такой. Как у какого-то здорового стражника. Чё, горит. Так вообще у Дума
все крутое, начиная от стандартной модельки, да, там, и так далее, заканчивая любым шмотом. Вот что за шмот ему не сделают, у него все выглядит круто. Мне кажется, на него тупо нереально сделать что-то не крутое. Бордецкий. Тут я вижу инвокер под инвизом. Вообще, этот инвокер, вот честно, ему вообще интересно играть. Вексы, квасы, форс, БКБ, Линкин. Все айтемы и даже скиллбилд такой, что его реально поймать невозможно. Он еще умудрился два раза умереть. Это потому, что на него дум вешали. Такой герой. Просто ужас. Отвратительная прокачка, отвратительный итембилд, но зато реально рабочий. То есть, чтобы убить сейчас инвокера, нужно знатно постараться. Причем знатно постараться именно инвокеру. По факту, если он будет играть еще и осторожно, то поймать и убить его тупо невозможно. Мирана тем временем еще что-то скоро себе нафармит. По нетворсу она уже 10 тысяч имеет. 23 тысячи Думбрингер. Думбрингер 4 косаря еще на кармане. Забирает Рошика. Тут изолятор БКБ. Давайте еще по шмоткам пройдемся. Хекс Линкин. Линкин МКБ. Изолятор. Тут... Так, торнадо. Рошика забирают. Аегис есть. Вот если Думу прилетит торнадо и ЕМП и сожгут ману, вот это будет реально прикол. Ему, конечно, Виз пытается восстановить ее, но так-то восстанавливать очень много нужно. ЕМП слишком много сжигает. В итоге на два ультимейта может не хватить. И тогда будет реально провалище. Дискорты. Кирасу доделал. Байбек еще есть. Виверочек. 3000. Ну, я по-прежнему склоняюсь к тому, что у Оранжа и Лейд все-таки сильнее. А если учесть тот факт, что там миллион Линкинов, то тем более. Там реально Думбрингер со своими двумя ультимейтами скоро уже не будет так страшен. Потому что их реально повесить будет сложно. А там Висп с каждой минутой становится все более и более бесполезным. Так же, как и Туск. У него ДПСа реально мало. Он дает хороший прокаст и все. И больше ничего не делает. Если он не убивает за этот прокаст, то он бесполезен. Поэтому Arrow должны все-таки идти и давить прямо сейчас. Не надо терпеть. Ждать там с моря погоды. Стрела в никуда. И заходит на Т3 Tower. Так, поймали, сразу вешается Думом. По-моему, под этим Думом даже толком-то и не пробегал. Моментально разорвали на части Тускар. Далеко улетает, и Лич выжил. Не стал гнаться за ним до конца. И теперь надо ломать базу, потому что... А, тут они почему-то решили отступить. Базу ломать, судя по всему, для лохов. А, вот оно что. Снизу Вивер в ответ тоже пушит и бараки ломает. Ты ж посмотри, какой хитрый жучара. Сломал миличный барак, принимается Зарыч живой. Сент Кинг пока под инвизом. Если сейчас будет Бороу Страйк, Мирана умрет. Были союзные дасты, но в никуда. Арол сбивает ТП. Тут у нас тоже драка продолжается. Инвокер должен умирать. Инвокер минус. И ломать-то они не могут. Им не хватает ДПСа. У Вивера очень много урона. Он легко сломал линию. Здесь же дэмэджа не хватает. Забирает Тимбера уже второй раз. Он, по ходу дела, байбекался. Да, так и есть. 90 секунд теперь без Тимбера. Джонни, живи, дорогой. Торнадо нет, Джонни не живет. Джонни умирает уже четвертый раз. Но, опять же, за столько времени не страшно. 48 минут прошло. Думбрингер. 5 косарей на кармане. У него в случае чего есть байбек. Единственная проблема, то что они не сломали ни одного лайна.
Они даже... А, нет, Т3 Тауэр сломали. С горем пополам сломали Т3 Тауэр и... все. Их лайн отсутствует. Вот это, конечно, провал полный. Мирана купила себе Ultimate Orb. У Мираны ДПС очень слабенький, вот этот Ultimate Orb, я не знаю, зачем он ей нужен. Будет это, походу, манта. Но это очень плохой выбор. Очень плохой выбор. Какая манта вообще? О чем речь? Здесь надо брать обязательно какой-то дизолятор, какой-то дэмэдж, дэмэдж, еще раз дэмэдж. А не манты. ДПС-то реально не хватает. Сэнд Кинг. 4, 5, 8. Дискорд и форс. Ну-ка, Личара. Личара тоже скоро купит себе Агони. Будет раздавать ультой. Провала себе взял. Дарксир. Хексон может пойти купить. Хекс с даггером — это вообще лепота. Единственная проблема — то, что ты прыгнешь и тебе нечем сбить Линкен. Можно хексом его сбивать, но это слишком дорого. Доделывает себе хекс. Тут, наверное, придется какой-то еще айтем покупать, которым можно будет сбивать Линкен. Например, форс. Прыгаешь на кого-то, резко на него юзаешь форс, и потом хекс. И норм. По-другому никак. У Виверочка 7000. Вивер очень много бабла поднял буквально за пару минут. Он по нетворсу отставал от Дума очень плотно, а теперь он его догнал, считай. Демонейдж. Сейчас доделает Дейдалус. Там уже, в принципе, без Дейдалуса в данный момент 350 урона. Это пипец как много. Если учитывать его пассивку. А скоро будет Дейдалус. Перетянулись на топ. Вивер подал Акрити. Две тычки дал, пол тауэра отпало. И Думбрингер. Прыгнули с виском за спину. Прыгает Дум. Пытаются зацепить. Боже мой, этого Вивера просто разорвало. К ядрени фени. 960 дэмэджа выписали ему в кабину. Никакой Линкен не спасает. Вообще ничего не спасает. Тускар с даггером не простил. Ну, байбек здесь есть. Я так думаю, его придется юзать. И еще желательно купить ему что-то. Потому что, ну, байбек сколько стоит? 1700. То есть у него останется 3000. Кристаллис какой-то можно взять. Ну, а Дейдалус полностью не хватит. Arrow Gaming заходит в хайграунд. Вивер байбекаться по-прежнему не хочет. 50 секунд без него. Одну линию отдадут, я так понимаю... Если они сейчас не будут байбекаться, да, вот все-таки идет байбек. Ускар куда-то прыгнул, прыгнул лайнвокер, пол хп ему снес моментально, и инвокер вынужден отступить. Дейдалус себе сделал вивер. Полностью хватило денег, как ни странно, даже учитывая то, что он байбекнулся. А, это потому что на топе тауэр, походу, упал. Может быть и нет, у него 300 голды. Так хватило. Неважно. Неважно, он байбекнулся, отступили Arrow Gaming, байбек был вынужденный, потому что если он бы его не заюзал, то Arrow Gaming сломали бы и вторую, а то еще и третью бы начали ломать там за столько времени. Не спавший? Так я мало того, что не спавший, я еще уже там какой матч подряд идет, я же еще и не ел. Эти, как бы, ребята... которые сейчас хостят, да, грубо говоря, выступают в роли организаторов, я их уже ненавижу. Мало того, что они настолько наркоманы, что подождать не могут, чтобы я зашел и комментировал сопсов, ну так же, как и Вилата и всех остальных, они не ждут, забивают на комментаторов. Зачем вообще тогда мы стримим? Я не знаю. Так еще и плюс ко всему нет вообще перерывов никаких. И плюс ко всему среди них есть неадекваты, которые 40 минут игру не стартуют. А потом говорят: слушайте, тут такое дело, задержка пошла жесткая. Да ладно, серьезно? Офигеть. И я еще за вот все это время ни разу не ел. Я, конечно, не плачусь, но факт есть факт. Юзаются смолки. Arrow пошли опять в бой. Линкен себе сделала Мирана. Я сижу и недоумеваю над тем, что она себе покупает. Купи себе БКБ, братюня, какой Линкен. Против кого опять же Линкен? Вот против кого?
Против кого? Против Сент-Кинга, чтоб не подкапывал? Просто... Пф. Что за... Я не понял, что за крипа вы там увидели огромного? О чем вообще речь идет? Что сейчас было? С чего вы так... Что-то в чате там какой-то... 5 минут назад, получается, на 50-й минуте был какой-то... Крип? Какой крип? Рядом с кем? Что-то я нифига не понял, ну ладно. Может быть, потом увижу. А монетка, по-моему, Линкин не сбивает. Я не уверен, но, по-моему, она не сбивает Линкин, поэтому тут такое. Так, ладно, я отвлекся немного на чат. Вы там про какого-то крипа начали разговаривать, которого я, походу, даже не заметил. У меня уже башка настолько медленно соображает, что я могу и правда не заметить, даже если какого-нибудь слона передо мной тут сейчас поставят, я его не увижу. Мирана. Сент Кинг эпицентр будет кастовать? Нет, просто Borrow Strike. Слушай, как четко-то, а? Прыгнул с даггера, дал форс и сразу подкоп. То есть Линкин сбил форсом. Красавчик. Просто красавчик. Дота что-то шалит. Не надо. Дота ТВ, пожалуйста. Не нужно лагать. Прошу тебя. И появляется очередной шанс. Сыра Егис. Пам. Ну, знаю там в том, что Рошин появился, я думаю, и одни, и другие. Да и Далус от Ускара. Дэмэджа здесь уже ого-го сколько. 350% крит. Мультикрит. Как-то зажались на базе. Тараску себе сделал Думбрингер. Кираса, Тараска. Ну все, он 6-слотовый, ему уже некуда больше фармить. Только разве что БКБ себе собрать новое. Да, он, наверное, ради этого-то и фармит. И вот дэмэдж айтемов тут реально почти нет. Ну, там только атак спид дает кирас, это на ДПС. Все остальное это там жир, 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 там всякие рефрешеры, чтобы ульты 2 раза кастовать. А у него 3 сотни урона. Ну, это вот такой вот Думбрингер-герой. Сент Кинг 2600. Ну и будет ли у нас битва за Рошана? Неужели отдадут его просто так? Да ладно, вы его серьезно отдадите просто так? Ароу. Сразу инвиз. Боже мой. Чувак, это всего-навсего стрела. Всего-навсего ароу. Но сейчас уже драться вообще не вариант. Раз Рошана отдали. С Сыром и Аегисом файт проводить не очень хорошая идея. Виверочек
имеет тоже жесткий ДПС, но у Вивера проблемы. Он сразу умирает в замесе. Его моментально разваливают. Да от голода-то я не сдохну. Просто башка соображает медленно. Я так-то не совсем уж прям... Я голодал. Так. Вот он врыв. Очень нагло себя ведет Тускар, но у него-то есть Аегис, а вот у Тимберсол разбитая кабина и есть байбек. Слава богу, сможет задефить. Чайники летают. Борол страйк. Тускара забрали, но это Аегис только выбивает. Виспарь тоже с байбеком. У него еще есть ультимейт. Вист байбекается. Должен возвращаться обратно. Да, вот он юзает свой релокейт. Хрюшку с панцирем. Выкрывает. Стрела. Да, левел дес пол кабины снес. Охренеть. Левел дес реально очень жесткий. Сейчас у Тимбера уже 21-й. Ну, получается, он кратный 3-м. Соответственно, вносит ему урон. Потом будет 25-й. И все равно будет работать. То есть это жесть. Еще апперкот. Покатился, Сэндкинг прыгнул, хотел подкопать, в итоге не успел. Лича все равно убивает. Тускар под колдснэпами. Тем временем падает линия. Нет, не падает. Лол. Никто не бьет этот лайн. Инвокер под думом. Отваливается. Тускара убить не удается. Выбивает гем из Сэндкинга. Байбека и ЦСКА вместе с инвокером. Но эти два друга не смогут отбиться против пятерых. Это факт. У Вивера байбека нет. И это ГГ, походу. Да. За счет сыра и за счет Аегиса сейчас... выиграли все-таки этот замес. Ну и плюс, опять же, были использованы байбеки. Сэндкинг уходит. Долго, вы посмотрите, как долго они ломают. У них такой маленький ДПС по строениям. Ну, это ГГ. Вивер не успеет воскреситься. Не хотят даже Ораджи писать это самое ГГ, потому что реально ужас какой-то. Так, сейчас у нас последняя игра, получается, будет... Жипюр. Нет, не это. FD против Мистраст. Так, что они опять...